Еще одна из особенностей массажа – определенное положение тела. Мы будем выполнять массаж, сидя на полу со скрещенными ногами или сидя на стуле. Положение тела – сидя на стуле. Удобно сядьте, расслабьтесь, поставьте стопы на расстоянии ширины плеч, ладони положите на колени. Эта поза похожа на позу фараона, сидящего на троне. Положение тела, сидя на полу со скрещенными ногами. Это положение тела называется позой полулотоса. Кисти поместите на колени, ладонями вверх или вниз, в зависимости от выполняемых упражнений, от того, какое положение рук удобно самим занимающимся. Такое положение тела напоминает треугольник, основание которого стоит твердо на земле. Скрещенные ноги дают хорошую опору, и тело долго не устает. Дышим при выполнении массажа, как обычно. Дыхание естественное. Одежда, желательно без синтетики, не будет мешать выполнению массажа, что тоже очень удобно.